По промзоне идет интенсивный стрелковый бой. С координацией 5, 3, 4, 2, 5, 8, 9, Y, 4, 7, 3, 2, 5, 6, 1. По промзоне работает тяжелая артиллерия. 3.45, лидер. ВЧ, перестрелка с ПК, с ВЧ по лидеру работает Василёв. 4.20, шахта, Спартак, перестрелка, ПК. Смотри, Авдеевка как на ладони. Так ты иди и забирай. Пойдем. А? Пойдем. Будет приказ, пойдем. Флаги с копров сняли. Повесили уже ниже, в ангарах. Страшно. Вон по промке работает. А вон разрывы. Нет, по нашим работает. Ветер поднялся. Число 15 или 16. Видимо, ротация произошла, они как давай здесь веселиться. Ну, интересно было. Бестолково, конечно, не получилось, но массированно. Начали сот, потом выключи, потом подключилось. Удачно. Привет, говорит, пацаны. Большого муравейника работает КПВЗ. Разрешите открыть огонь на подавление. Как принято? Арена 5, я Арена 1. Открыть огонь на подавление разрешаю. Как принял? На связи, на связи. Приказ по месте. Ждите, готовьтесь. Джек Веду. На подъеме. Работайте по одному. Офигенно попали, попали ниже, нормально. Получился. А как постреляют? Солдат. Бьет нормально. Да нормально. Давай так, давай так. Спеши. Нормально, нормально, вообще четко. Пам! Весь красавец. Во-во-во, как красиво заходим. Да. Там добиться на хуйло. Да это пыль. Бля, возьми 5 левее, 5 левее. Смотри, второй пригорок справа. Второй пригорок справа. Смотри. Блядь, ну все, сука, в дыму, нахуй. Смотри, да, я вижу. Второй пригорок справа, смотри. Работает. Земляк, земляк. Смотри, здесь. Здесь хуё вообще видно, нихуя не видно. Второй, второй, где белая вершина. Второй, левее, левый, левее. Видишь? Ты крайний, один пригорок влево. Ага.
Да, справа. Сейчас туда работать делать будет. На это надо сказать, я снимал. Принял, принял, сейчас, секунду. Барка, Барка, майк принял. Скажите, скорее всего. Все, давайте работайте. Майк готов. Барка, майк готов. Принял. Все, отходите. Ну как? Нормально. Установку пока снимали. Ой, ракеты сюда. Ракеты. Что, прилет? Вот. Пацаны, нас тут живые. Все 20-е. О, на взлет прилетел. На взлет прилетел. Что творят? Взлет взрывают. Сам не гам и другому не дам. Случай был один, В принципе, полоса аэропорта представляет из себя линию фронта. То есть по одну сторону мы, по другую сторону они. По эту сторону, по ихней, у нас тоже имеются несколько позиций, но они малочисленны. В нашей зоне ответственности ситуация представляет из себя стабильные позиционные бои. То есть мы сидим на своих позициях, противник сидит на своих позициях. Обычно патрулируем местность в районе остатков Донецкого аэропорта. Вот не осталось за время активных боев. Осталось тут немного, конечно. Наблюдаем разных точек за противниками, где у них что, где перебегаются, где нет, где стоят. Такие вот дела. Ну, мы, собственно, в свою очередь поддерживаем те позиции, которые находятся за взлетной полосой, поддерживаем их огнем, еще чего у нас имеется, когда это нужно. То есть сами бой не навязываем, но если стрельба от противника начинается, то мы им отвечаем, чтобы они не борзели сильно. С позиции востока по шахте крупнокалиберной работает, а в Спартаке какое-то крупное возгорание, пламя пиздец хуярит. Наши оппоненты, когда увидят в бинокль барабанщика и двух гитаристов на взлетной полосе Донецкого аэропорта, подумают, что ребята уже совсем оборзели. Они, наверное, просто там будут протирать глаза и говорят: «Микола, ты смотри!» Гениально! Барабаны сейчас. Вот ребята бегут по взлетке, везут барабасы. Вот это да! Сюда дать? А ну, присядьте хотя бы, а? Ну они, в принципе, когда с вечера будут, они обрабатывают второй этаж.